Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Иерусалимская элегия. Иерусалиму ангелы нужны. Эпиграф. Однажды книжники и фарисеи спросили у Иисуса, кто более всех в Царстве Небесном? Он взял младенца на руки и показал толпе. Вот такой сюжет. Иерусалиму ангелы нужны, так много одиночества, печали в священном городе. Твои слова нежны, как облака и голубые дали. Полно лукавых в городе святом, они собою заняты упрямо. Ты в небесах, на троне золотом, и лишь младенец тихо шепчет «Мама». Он первый и последний в небесах, в небесном царстве добром пребывает, несет его Спаситель на руках. Он зла не помнит. Веришь? Так бывает. Блаженные мы ходим по земле, народ смешим, любя чужих, страдая. Мессия добрый едет на осле, толпу безумную повсюду потешая. Как я хочу удачи пожелать тебе, мой ангел, мой прекрасный гений. Мы не хотим, как люди все, страдать, и тоже ждем любви и утешений. Благодарю вас за внимание к моему творчеству «Иерусалимская элегия». Иерусалиму ангелы нужны. Шестое декабря 2012 года. Иерусалим.